Западу судить. Мало что понимает в этом Запад. Мы занимались не сбором денег, а уничтожением коммунизма. Это разные задачи, с разной ценой. Мало кто на Западе понимает, что такое коммунизм на самом деле. И какую цену заплатила наша страна за это. Мало кто это понимает на Западе. Что такое приватизация для нормального западного профессора? Для какого-нибудь Джеффри Сакса, который 5 раз менял свою позицию по этому поводу и докатился в итоге до того, что нужно отменить приватизацию и начать все заново. Для него, в соответствии с западными учебниками, это классический экономический процесс, в ходе которого оптимизируются затраты на то, чтобы в максимальной степени эффективно разместить активы, переданные государству в частные руки. А мы знали, что каждый проданный завод – это гвоздь в крышку гроба коммуниста. Дорого, дешево, бесплатно, с приплатой. 20-й вопрос. 20-й. А первый вопрос один. Каждый появившийся частный собственник в России – это необратимость. Это необратимость. Точно так же, как 1 сентября 1992 года первым выданным ваучером выхватили буквально из рук у красных решение об остановке приватизации в России, точно так же каждым следующим шагом мы двигались ровно в том же самом направлении. Приватизация в России до 1997 года вообще не была экономическим процессом. Она решала совершенно другого масштаба задачи, что мало кто понимал тогда, уж тем более на Западе. Она решала главную задачу – остановить коммунизм. Эту задачу мы решили. Мы решили ее полностью. Мы решили с того момента, когда в 1996 году на выборах Зюганов отказался от лозунга «национализация частной собственности». Отказался не потому, что он полюбил частную собственность, а потому, что он понимал, что если хочешь власть в этой стране получить, безумие пытаться отнимать назад. У тебя самого отнимут так же, тебе мало не покажется. Этим самым мы заставили его, независимо от его желания, играть по нашим правилам. Ровно то, чего и надо было добиться. А для Сакса это дешево, нужно было дороже, нужно было процедуру изменить. Мы решили другую задачу, эту задачу решили.